Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Вчера, друзья, я писала видео вот по этому боксу, где я работаю абсолютно без вложений на выполнение простых задач, а именно просмотр сайтов. Выводила я вчера, ставила на вывод $10. Вот. Все замечательно. Букс платит. Списались мои монетки. Сегодня я еще не просматривала, но не суть. Значит, появилась вот такая вот у меня вкладочка. Если я нажму на нее, мы видим $10. Вывод 12 октября. $10. Вывод. Ну и все такое. Так, далее. Иду на вкладочку «Вывод». Вот мои монетки списались, когда мне выплатили. Далее, вот здесь мы кликаем, вот на зеленую вкладочку. Здесь просмотр транзакций. И видим Елена Смирнова. Мой логин $10. Как бы вот это все. Здесь можно просмотреть все транзакции. Далее что? Идем на почту. Вот такое пришло письмо. Так, переводим. $10 были успешно отправлены на ваш биткоин кошелек. Вот 39 минут назад, друзья. Это, пожалуйста, оставьте отзыв. Потом... Тут опять это все с отзывом. Ну, нужно отзыв отставить. Ну и все. Так, далее. Это я позже все сделаю. Оповещение. Пришло мне, вот, конечно же, от Coinbase вот сюда на почту. Вы только что получили 17434 биткоин Сатоши. Идем на Coinbase. Так. Coinbase. И получен биткоин 17434 биткоин Сатохи. 12.10. Как бы 21 год. Все супер. Ну, еще в обработке. Но они уже в кошельке. Сами знаем, да, что нужно транзакцию подтвердилась транзакция. Ну что, друзья, я продолжаю, естественно, работать. Бокс замечательный. У меня в день выходит где-то 120 там с чем-то вот этих токенов, поинтов. Вот. Я подсчитывала там 120 с чем-то. И вот эти вот, не забывайте кликать вот на такие вот баннеры. Я на них кликаю столько, пока они мне дают. Вот, и по две монетки. Как бы я на них часто кликаю. И вчера, друзья, я писала в поддержку, так как я на сайте не нашла информации о том, что если мы не заходим, пропускаем день, да, у нас списывается 100 поинтов, вычитают. На что они ответили мне утвердительно, да. Они, если мы пропустим день, будут списывать как бы 100 поинтов. Ну, так что пропускать не рекомендую. Заходить ежедневно. А на данный момент эта функция отключена. Вот, имейте в виду. Ну, в принципе, на этом все. Как работать, я вам показывала. Сегодня я еще ничего не делала. Это я все сделаю позже. Вот. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, заходим. Не интересно, не заходим. Я же продолжаю работать. До новых встреч.